Здравствуйте, вы смотрите новости на Пятом канале. О последних событиях в Канске расскажу вам я, Вацлав Малицкий, и мои коллеги. В начале выпуска коротко об основных темах на сегодня. Действующим законодательством не предусмотрено представление разногласий на заключение по результатам внешней проверки отчета о исполнении бюджета города Канска за 2015 год. В городском совете сегодня завершилось предварительное обсуждение исполнения бюджета Канска за 2015 год. Окончательное голосование у местных парламентариев через неделю, 26 мая. Много очень аварий на дорогах, и получается, пешеходы бывают, не смотрят на дорогу, бывают водители такие, что не останавливаются перед пешеходами, бывают пьяные водители ездят. В центре города сегодня прошла яркая акция. Внимание водителей пытались привлечь плакатами и танцами десятки школьников. Цель – повышение безопасности детей при пересечении дорог. В Канском драматическом театре завершается 109-й театральный сезон. В пятницу 20 мая зрители смогут посмотреть спектакль «Люкс для иностранцев». Следующие постановки уже осенью. И теперь обо всем подробнее. В Канском городском совете сегодня прошло заключительное заседание комиссии по бюджету и собственности. По-прежнему в центре внимания местных парламентариев отчет об исполнении бюджета в прошедшем 2015 году. Два пункта повестки комиссия обсудила меньше, чем за час. На комиссии по бюджету и собственности первым пунктом стоял вопрос об утверждении отчета об исполнении бюджета города Канска за 2015 год. Вся основная информация об этом была изложена ранее. Сегодня докладчик Нина Кадач, замглавы по экономике и финансам, лишь отвечала на дополнительные вопросы, касающиеся темы бюджета. От депутата Макарова в ее адрес прозвучал вопрос о выгодности для города и администрации работы концессионеров. Однако эту тему отвечающие обошлись стороной. Бурное обсуждение вызвало судьба нового кладбища в Канске и проблема соблюдения порядка на старых. Что сделано администрацией реально? Какие деньги проплачены на подготовку документов по новому кладбищу? Сергей Джаман пояснил, что место уже отведено, проектно-сметная документация разработана. Осталось решить лишь несколько вопросов с Канским районом. Однако акт выполненных работ не подписан, и срок исполнения работ растянут на весь текущий год. Сколько у нас было заложено средств на кладбище, и как вообще это контролируется? Честно говоря, не знаю, как остальные депутаты, была на родительский день, ужас. 749 кубов, 107 машин мусора. Мы его вывезли, но этого просто недостаточно. Вывозится только с центральных улиц. А на сегодняшний день, вот именно как сегодня жители скидывают венки на проходы, на сегодняшний день именно между рядами убрать у нас денег нет. Центральные улицы придируются, убираются мусор. Ведется работа разъяснительная с населением, чтобы именно выносили на центральные улицы, потому что там идет механизированная уборка. Однако результат этой работы некоторые депутаты, как и многие горожане, не замечают. Путем простых расчетов получается, что на 5 кладбищ города выделено 500 тысяч рублей, по 100 тысяч на каждое. Со слов администрации, на поддержание порядка в местах погребения требуется около 5 миллионов рублей в год. Что касается проблем, выявленных контрольно-счетной комиссией, по их поводу в администрацию направлено письмо. Действующим законодательством не предусмотрено представление разногласий на заключение по результатам внешней проверки отчета о исполнении бюджета города Канска за 2015 год, подготовленной контрольно-счетной комиссией города Канска. По проведенным мероприятиям Канского городского совета депутатов на май 2016 года прошли уже мероприятия 17 мая, две комиссии, и 18 мая. Контрольно-счетная комиссия города Канска по замечаниям указанных разногласий, представленных администрацией города Канска, рекомендует принять меры по недопущению впредь данных нарушений. Второй пункт повестки вызвал менее бурное обсуждение. На комиссии единогласно делегировали трех депутатов Канского городского совета – Андрея Свириденко, Сергея Брусникова и Артура Макартычана – в состав постоянной комиссии администрации Канска по разработке схемы нестационарных торговых объектов на территории города и внесении в нее изменений. Оба вопроса внесены в повестку 9-й очередной сессии, которая пройдет 26 мая. Татьяна Лисогор, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», Пятый канал. В продолжение темы.
Голосование за принятие отчета по исполнению бюджета за 2015 год состоится через неделю, 26 мая. В ходе обсуждения на комиссиях прозвучали вопросы об эффективности использования бюджетных денег. Насколько рачительно расходуются средства городской казны, в нашей рубрике «Ликбез». На одном из центральных каналов была программа, где ведущий обещал показать все, что скрыто. Городской бюджет ни от кого намеренно не укрывается. Но если мы скажем, что подавляющая часть жителей Канска не утомляет себя изучением главного финансового документа, то не сильно погрешим против истины. А между тем, там есть на что посмотреть. Вернее, над чем задуматься. Поводом попристальнее вглядеться в цифры послужил доклад председателя контрольно-счетной комиссии Елены Парфеновой, в чьи обязанности входит проверка законности произведенных затрат. Установлены факты неправомерного расходования средств городского бюджета, содержание имущества, светофоры, не являющие муниципальной собственностью, нарушение статьи 50 Федерального закона 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации и закона Красноярского края, светофорные объекты не являются ни переданными муниципальной собственностью муниципального образования города Канска, что повлекло за собой неправомерные расходы бюджетных ассигнований в размере 3 365 065 рублей. Зафиксируем эту цифру. 3 365 065 рублей. Из них 651 062 рубля кредиторская задолженность за 2014 год и 2 714 003 рубля оплата услуг 2015 года. В отчете числятся 28 светофорных объектов. Считаем дальше. 2 714 003 делим на 28 светофоров. Получается почти 97 тысяч рублей на обслуживание одного светофора в год, или же 8 тысяч рублей в месяц. Обслуживание включает в себя чистку, смазку, замену лампочек, подкрашивание и оплату электроэнергии. Из всего названного постоянно надо платить только за электричество. Остальные работы уж точно делаются не каждый месяц. И в довершение этой темы. Собственники светофоров – краевое ДЭО. Они их и должны обслуживать. Но деньги почему-то краевым дорожникам перечисляются из бюджета Канска. Тема номер два – жилье сиротам. Как выяснилось, часть приобретенных помещений – и не квартиры вовсе, а комнаты в общежитиях. Можно ли просто зайти и обосноваться в таком жилье? Я так думаю, что все равно в контракт можно внести какие-то ограничения для того, чтобы дети, когда заходили в эти квартиры, они могли проживать. Это называется там, ну, благоприятные условия проживания. Конечно, это прописано, да, Терпения? Тогда к вам вопрос. Если это прописано, почему у нас дети получают квартиры в общежитии? Администрация в чем-то соглашается, но сетует, что на ситуацию не имеет влияния. Законы не дают никакой свободы действий. Давайте поймем. Вы же заняты, вы же знаете, что такое 44-й федеральный закон. Знаете, да? Мы выставляем на торги, и тот, кто победил, общежитие. Теперь эта квартира, подождите, эта квартира должна соответствовать тем критериям, которые Минобразование прописало в соглашении. Вода должна быть в номере, как мы говорим, в самой квартире, туалет должен быть там и так далее. 1 000 000 отдавать за общежитие, но на самом деле вроде бы не эта цена. Мы решили это сделать. УФАС нас предупредил, это делать нельзя. Все. А теперь сухие цифры. В 2015 году приобретено 38 однокомнатных квартир в разных районах города на общую сумму 44 080 792 рубля. Все помещения по одной цене 1 160 022 рубля. Вопрос: есть ли квартиры со сходными характеристиками, но подешевле? Сайты риэлторских контор такие сведения содержат. Район, конечно, может быть не центральным, но жилье при этом приличным. Стоит такая квартира может и 700, и 800 тысяч, но куплено будет все равно за 1 160 000. Вот такая арифметика. И это мы вникли всего в два пункта бюджета прошлого года. А что будет, если внимательно вчитаться во все строчки документа? Свою личную безграмотность и незнание ликвидировать точно получится. Наталья Никонова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», Пятый канал. В преддверии летних каникул в рамках декады дорожной безопасности отряд юных инспекторов дорожного движения привлек внимание пешеходов и водителей к проблеме детского травматизма на дорогах. В самом центре города прошла акция «Мы за движение с уважением». О ней подробнее расскажет наш коллега с телеканала «Енисей» Леонид Юрков.
Мы за движение с уважением. Под этим слоганом школьники и дорожная полиция Канска провели совместную акцию. Плакатами и танцами внимание горожан дети привлекали на самом людном месте – площади Коростелева. На подобные уличные акции в разных частях города дети выходят не в первый раз. И, как прежде, посыл к участникам дорожного движения не меняется. Много очень аварий на дорогах. И, получается, пешеход бывает не смотрит на дорогу. Бывают водители такие, что не останавливаются перед пешеходами. Бывают пьяные водители ездят. Акция прошла в рамках декады дорожной безопасности детей, которые нередко становятся участниками ДТП, особенно в период предстоящих каникул. Дорожно-транспортные происшествия происходят как по вине водителей, так и по неосторожности самих несовершеннолетних участников дорожного движения. На сегодняшний день с начала года зарегистрировано уже 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых один ребенок погиб и 6 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести. Все участники акции входят в состав так называемого отряда юных инспекторов дорожного движения. Сами они хорошо знают все правила, но иногда сталкиваются с нарушениями со стороны водителей. Я решила принять участие в этой акции, потому что многие водители не останавливаются перед пешеходом. Бывало и со мной то, что я иду уже на пешеходный знак, либо на зеленый. Они пролетают, не замечают, при этом делают виновниками, могут делать аварию. В общей сложности акция длилась около часа. В итоге у дорожных полицейских останется вот этот плакат, на котором свои пожелания водителям написали обычные прохожие. Получившееся коллективное послание в ближайшее время будет вывешено в здании ГИБДД. Леонид Юрков и Александр Шумилин. Специально для телекомпании «Канск», Пятый канал. Смотрите в нашем выпуске новостей после короткой рекламы. Проект Пятого канала «Выпускник 2016. Общественное признание» набирает обороты. Рассказ об очередном участнике. Соревнования юных конструкторов в Центре технического творчества. Что дает ученикам начальной школы составление объектов. Канский драматический театр завершает сезон. Какие сюрпризы приготовлены для зрителей? Не переключайтесь. Ваш ремонт за наш счет. Акция-провокация. Весенняя халява. В магазинах «Строймастер» и «Техномир» на Горького, 41. 5, 10, 20, 30 и даже 50 тысяч рублей. Все поймешь, когда придешь. В магазин «Строймастер» и «Техномир» на Горького, 41. Территория трикотажной фабрики. Не разрывай линию жизни. До выпускного бала осталось чуть больше месяца. И в рядах выпускников немало тех, кем гордятся и школа, и их семья, и друзья. Именно они, юные звезды, становятся участниками нашего проекта «Выпускник 2016. Общественное признание». Кристина Нестерова, ученица 11-й школы, наша очередная претендентка на победу. Вот так скромно в уголке кабинета висит фотография Кристины Нестеровой, школьного мэра. Скромность – это главное качество и самой школьницы, отмечают педагоги и одноклассники. Она очень тонко чувствует язык. Замечательно владеет как письменной, так и устной речью. Очень интересно рассказывает. Спокойная, грамотная речь, лексикон богатый. Позволяют ее отметить как очень способного оратора. Имея перечисленные качества, девушка уже из профессии будущее определилась. Хочет стать лингвистом, работать переводчиком. Именно эта профессия дает какую-то такую социальную материю для какого-то будущего продвижения по жизни. Ты будешь узнавать новые языки, ты станешь частичкой какого-то определенного народа, какой-то определенной страны, и ты будешь как собирательным элементом всего этого. И мне кажется, это прекрасно. Вместе с тем, Кристина – творческая личность. Портфолио, которое она демонстрирует, полно грамот за победы в поэтических, танцевальных и художественных конкурсах. 7 лет занимаясь современной хореографией, девушке не раз приходилось ставить номера для конкурсов в своем учебном заведении и за его пределами. Мне вспоминается случай, как при подготовке к президентским состязаниям из нашего класса никто не хотел принимать активное участие. Но Кристина проявила свои лидерские качества и сподвигла всех на активное участие.
и мы заняли отличную оценку. Я учусь с Кристиной из первого класса, сижу за одной партой. Кристина всегда целеустремленна, всегда добивается всего, чего хочет. Легкий человек в общении. Сейчас, как и у всех выпускников, основное время девушки занято подготовкой к экзаменам. Но она находит несколько часов на встречи с друзьями и единомышленниками. Всегда старается уделить внимание семье, ведь она для нашей выпускницы на первом месте. Я всегда говорю себе, что все будет хорошо. И этому следую, как говорится, мысли материальны, и если постоянно себе это повторять, я считаю, что все так и будет. Еженедельно мы представляем по одному претенденту на почетное звание лучшего выпускника года в проекте «Выпускник-2016. Общественное признание». А в июне жителям Канска предстоит проголосовать за своего фаворита. Стать таковой может наша сегодняшняя звездочка Кристина Нестерова. Ольга Ванеева, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Сегодня на базе Центра технического творчества прошел очный этап по ТИКО-конструированию. За звание лучших конструкторов боролись учащиеся третьих классов из 4 школ города. Наблюдал за состязанием Евгений Гамзюков. Конструктор ТИКа можно назвать русским лего. Только в отличие от зарубежного аналога, отечественное изобретение обладает неоспоримым преимуществом. Его можно использовать не только как игрушку, но и как дидактическое пособие. ТИКа так и расшифровывается – трансформируемый игровой конструктор для обучения. По ТИКа-конструированию проходят всевозможные соревнования и олимпиады. Сегодня в Центре технического творчества прошел очный этап конкурса среди учеников третьих классов. Предварительно у нас проходил дистанционный конкурс. И в дистанционном конкурсе у нас в этом году был рекорд – более 1000 участников. И дистанционный этап мы проходили в виртуальной школе, а потом проходят очные этапы. У нас в городе приняло участие около 700 человек. Это по параллелям 1, 2, 3, 4. Начальная школа. Конструктор позволяет развиваться детям в таких предметах, как окружающий мир, геометрия, математика и русский язык. Ребенок наглядно видит, как геометрические фигуры превращаются в объемные тела. Понимает, из каких элементов состоят окружающие его предметы, решает математические задачки на логику и составляет из букв, нанесенных на детали конструктора, различные слова и, конечно, развивает мелкую моторику. На прошедшем конкурсе школьникам пришлось решать задачи по всем этим направлениям. Мы тесты проходили, где, соответственно, были задачи, как относящиеся к математике, так и относящиеся к ТИКа. Там были нарисованы фигуры, и нужно было написать, как они называются, и из каких фигуры можно создать из нескольких фигур, и какая площадь больше, у какой фигуры больше площадь. Соревнование проходит в течение 3 дней. Завтра пройдет очный этап для учащихся 4 классов. Задания у них будут сложнее, но в то же время более творческие. Ребята будут готовить изделия на тему юбилея родного города. Завтра мы завершаем, и завтра мы планируем 4 классами создать ТИКО архитектурные ансамбли в честь юбилея города. Выберем самые такие интересные сооружения городские и их будем собирать. Среди первоклассниками лучшими стали ребят из 19, 20, 21 школ и лицея номер 1. Сегодня же третьеклассники разделили места следующим образом. Третье место за школой номер 22, второе место за гимназистами. Лидерами конкурса стали учащиеся 20 школы. Все команды-призеры, помимо дипломов, получат в подарок наборы конструктора ТИКа для дальнейшего изучения и развития. Евгений Гамзюков, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Канский драматический театр прощается со зрителем на лето. Завтра, 20 мая, состоится праздничное закрытие 109-го театрального сезона с премьерой спектакля «Люкс для иностранцев». После зрителей ждет веселый капустник. Начало в 18 часов. Отметим, в июне театр еще будет работать на детскую аудиторию и гастролировать. А осенью вновь откроет двери для своих зрителей и продолжит радовать нас новыми постановками и необычными проектами. Новости спорта. Канский боксер Андрей Жигарев стал обладателем серебряной медали чемпионата Красноярского края среди мужчин в категории супертяжелый вес. Достигнутый результат позволил 29-летнему спортсмену войти в сборную края. Защищать честь Канска и региона Андрею предстоит на соревнованиях уже сибирского уровня. На прошедших соревнованиях Андрею пришлось несколько раз выходить на ринг. Над 4 противниками он одержал победу, но в финале уступил и проиграл мастеру спорта по боксу, спортсмену из Красноярска. Но это не помешало парню занять 2-е место и войти в сборную Красноярского края по боксу.
Этот год вообще прошел много, то есть у нас соревнований проходило, также и краевого уровня, всероссийского. Чемпионат всероссийский был Борисово, заняли 3-е место, ездили в Москву, также со сборной края. Там памяти Королева был турнир, тоже принимали участие. Боксом Андрей занимается около 8 лет. Ежедневно тренируется по 2-3 часа. Сейчас является кандидатом в мастера спорта, но стремится в мастера. И мечтает о сборной России. Ну что, Андрей, трудяга, что Андрей? Пашут, результат у него есть достойный. Потому что взрослых сейчас, вот, ну как вот ребята, вот, юниоров тренируются, например, некоторые поступают в институт, теряются. Некоторые тоже в техникум поступают, тоже почти так занимаются, но не серьезно. А взрослых, например, там 1-2, там, которые что-то могут. Ну что, Андрей трудится, хочет что-то показать, он показывает. Потому что это бокс, без труда здесь ничего не сделаешь. На август намечены сборы команды Красноярского края, а в начале октября Андрей выступит на чемпионате Сибирского федерального округа по боксу. Стоит отметить, что сейчас этим видом спорта в олимпийцы занимаются около 90 ребят. Уровень подготовки спортсменов достойный. Из последних серьезных достижений, помимо результата Андрея, выступление на всероссийском чемпионате Вячеслава Басенко. Ольга Ванеева, Сергей Молчанов, телекомпания «Канск», 5-й канал. Завершение выпуска, прогноз погоды на пятницу. Я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. А узнавать о происходящем не только в городе, но также в крае и стране можно на нашем сайте www.5kanal.info. Не забывайте заходить на наши страницы в социальных сетях. С вами был Вацлав Малицкий. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и сегодня я расскажу вам о погоде. Всемирный день метрологии ежегодно отмечается 20 мая. Это праздник тех, кто занимается официальными измерениями всего, что только возможно, но только по четко установленным единицам. В Международном бюро мер и весов, находящемся во Франции, хранятся эталоны международной системы единиц – метра, килограмма, единицы ионизирующих излучений, электрического сопротивления. Спонсоры прогноза погоды – магазины «Техномир» и «Строймастер» на Горького, 41. С 1 мая действует акция «Ваш ремонт за наш счет». Ваш ремонт за наш счет. Акция-провокация «Весенняя халява» в магазинах «Строймастер» и «Техномир» на Горького, 41. 5, 10, 20, 30 и даже 50 тысяч рублей. Все поймешь, когда придешь в магазин «Строймастер» и «Техномир» на Горького, 41. Территория трикотажной фабрики. 20 мая пасмурно, ветер юго-западный, 1,3 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, температура ночью плюс 1, плюс 4, днем плюс 13, плюс 17. С вами была Татьяна Гарань, желаю вам отличного настроения в любую погоду.